Номер с двойной кроватью и тумбочками под открытым небом. Добро пожаловать в отель «Ноль звезд». Его открыли братья Франк и Патрик Руклин. По их словам, цель проекта – опрокинуть традиционный подход к сфере туризма в Швейцарии, богатой стране, известной своими дорогостоящими курортами класса люкс. Мы художники, а не владельцы отеля. Мы хотим призвать к постепенному освобождению от недвижимости. Комната без стен и без крыши – это и есть полная свобода. Просто нет имущества, за которое нужно платить. Этим мы вдохновились и решили перенести инсталляцию в природу. И это произведение искусства, объект, который как будто бы вписан в красивый пейзаж в фотошопе. И сейчас он наполнился настоящими гостями, портье, людьми, которые живут в этом регионе. Правда, до тотального освобождения еще далеко. За номер нужно платить, причем не символическую сумму, а $306 в сутки. В стоимость входит завтрак, напитки и еще услуги портье, роль которого исполняет местный фермер. В первый раз художники разместили свою инсталляцию в ядерном бункере, а год назад в горах на высоте 1600 метров в кантоне Гризон. Теперь гостиница, в которой нет ничего лишнего, открывается в холмистом регионе Аппенцель в пятницу. Санузел расположен в 3 минутах ходьбы в хижине, которая служит укрытием в плохую погоду. На сегодня номер забронировали около 1300 раз. Гости из самых разных уголков мира – из США, Ирака, Австралии и стран Африки.